Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня долгожданное событие – выступление Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле в 14:00 по GMT. Это, возможно, даже не только важнейшее событие этой недели, а последнего, более продолжительного периода времени и уж точно после выхода данных по нонфармам и инфляции, когда мы с вами, собственно, и были озадачены вопросом того, что будет делать ФРС дальше с ключевой процентной ставкой. Теперь не нужно уже гадать, нужно дождаться непосредственно официальной позиции руководства американского регулятора. Это не какие-то там околорыночные заявления представителей Федрезерва, это конкретная точка зрения Пауэлла. И в итоге именно такого курса американский регулятор будет придерживаться до конца этого года. За вероятностью повышения ключевой процентной ставки следят сейчас все, потому что от этого зависят дальнейшие тренды в отношении доллара, в отношении других инструментов валютного рынка. От этого зависит то, что будет с рынком облигаций и фондовым рынком. Поэтому ни в коем случае не недооценивайте текущее событие, потому что оно крайне важно. Также напомню, что в таких условиях всегда нужно соблюдать риск-менеджмент, ставить стоп-лоссы и иметь конкретную точку зрения того, как и что вы будете делать. День сегодня, несмотря на то, что закрытие пятницы будет сложным для финансовых рынков, в понедельник мы, безусловно, подведем итоги и поговорим в итоге о том, что изменилось с точки зрения вот этих будущих установок Федрезерва, планов американского регулятора относительно дальнейших действий. На данный момент индекс доллара старательно карабкается вверх, 104.16, причем игнорируется даже слабая макроэкономическая статистика. На этой неделе из релизов, на которые стоило было обратить внимание, это индексы PMI производственного сектора и сферы услуг. Мы их детально разбирали в ходе вчерашнего брифинга. И, надеюсь, вы помните, что там было прям тотальное снижение, которое повысило риски рецессии американской экономики, если такая тенденция сохранится. Да, лучше дождаться, конечно же, статистики ISM, более объективные показатели. Но я думаю, что в целом они как бы действуют в связке. И причины, которые стали факторами ослабления, снижения деловой экономической активности в производственном секторе и сфере услуг от PMI, могут также распространиться на аргументы для индексов ISM. В целом, по макроэкономической статистике за последнее время я видел больше негативных факторов во всех релизах, которые мы разбирали. Даже вчерашний блок отчетов – это заказы на товары длительного пользования и первичные заявки на пособие по безработице. Заказы на товары длительного пользования снизились на 5,2%. То есть пессимисты полагали, что снижение будет 4%. В итоге цифры еще хуже. Заявки, их общее количество за прошлую неделю 230 тысяч. Ну, даже не знаю, стоит ли говорить о том, что это прямо плохой показатель. Если сравнивать с пиковыми уровнями, которые мы видели некоторое время назад, когда значения были 250-260 тысяч, ну, вроде бы как лучше, конечно же. Но по канонам такой экономической теории, количество обращений выше 200 тысяч – это плохой сигнал, и это доказательство того, что рынок, скорее всего, рынок труда в данном случае буксует. Интересно то, что после выхода вчерашних данных, слабых данных, по данным инструмента FedWatch, вероятность повышения ставки даже несколько выросла, и в сентябре теперь оценивается в 19% против 13-14%, которые мы видели до выхода этих релизов. До конца года вероятность повышения процентной ставки снова вернулась к показателям конца прошлой недели, это 40%. Интересно то, что это изменение в настроениях произошло на фоне выхода слабых данных на протяжении двух торговых сессий подряд. Видимо, рынок сам запутался, и здесь уже точно нужно сказать, что нам нужен Пауэлл, потому что Пауэлл расставит все точки над «и». Я сторонник идеи того, что американский регулятор, наверное, как и большинство экспертов, которые и не видят особых оснований для повышения процентной ставки, признает тот факт, что лучше всего сохранить ее на текущем уровне. И этот комментарий, конечно же, может
подобный комментарий, скажем так, развернуть индекс доллара и отправить его снова к тем локальным минимумам, которые мы видели некоторое время назад. Я пока что сохраняю короткие позиции. Золото 1913 долларов за тройскую унцию. Локальная волатильность в рамках торговых сессий остается высокой. Золоту тоже нужна ясность по перспективам американской денежно-кредитной политики. Но из-за того, что мы видим, что толпа сейчас больше залазит в короткие позиции, доходность американских облигаций отступила от локальных максимумов и ранее рекомендовал небольшим объемом уже начинать набирать длинную позицию по золоту. Повторю, что мои убеждения в отношении этого инструмента долгосрочно, это безусловно рост, но я думаю, что пришло время и для краткосрочных покупок. Но самое главное, контролируйте риски и не допускайте нагрузки. По общему счету, в совокупности всех трейдов, которые вы проводите в вашем портфеле, по плечу не более чем 1 к 10. Рынок нефти 83 доллара за баррель. Замедление темпов роста китайской экономики сейчас вкупе со снижением деловой экономической активности практически во всех регионах мира оказало свое давление на котировки черного золота, потому что все это в конечном счете уводит рынок на рассуждение относительно спроса на углеводороды. Да, при таких условиях к спросу явно есть и будут вопросы. Еще негативный момент – это комментарий министра нефти Ирана о том, что к концу сентября объем добычи достигнет 3-4 миллионов. Это максимум больше, чем за несколько лет. И, соответственно, рост предложения, когда мы говорим о недостаточном спросе, это все негативные условия для рынка нефти. Но мое мнение, что если Brent все же протестирует 80 долларов за баррель, в игру подключится снова страна ОПЕК комментариями о целесообразности дополнительного снижения объема нефтедобычи. И это уже сможет вытащить котировки к тем максимумам, которые прогнозировались не только нами, но и многими инвестиционными банками. Британская валюта, вот фунт, конечно же, разочаровал, учитывая то, что обвал за последнюю торговую сессию больше, чем на 100 пунктов, 1.2564 текущие котировки, но я верю в сентябрьское заседание Банка Англии, в повышение ставки, поэтому до этого момента буду сохранять длинную позицию. По доллару иене пока также не лезем в рынок, 146.08 текущие котировки. Важно отметить, что буквально несколько часов назад вышел токийский индекс потребительских цен, важный индикатор в оценке общей ситуации с инфляцией в Японии. Базовый индекс остался на уровне 4%. Это много. И это еще один сигнал для того, чтобы Банк Японии начал обдумывать возможность смены текущего вектора денежно-кредитной политики. То есть у нас довольно сильный фундаментальный фон сейчас по Японии. Все релизы, которые мы разбирали за последние недели, указывают на то, что у японской иены есть основания для роста. Базовая инфляция, которая требует проведения более жесткой монетарной политики, и угроза опасения валютных интервенций, если пара доллар-иена попробует предпринять попытку обновить новые локальные максимумы. Я забросил отложку sell limit на уровень 148.50, она в принципе стоит там уже очень давно. Если в ближайшие дни на всплеске волатильности мы увидим такие котировки, буду смело продавать уже в расчете на долгосрочное ослабление. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!